Звыш тысячи мероприемств проводил Гомельской области у рамках республиканской акции «Один и день безопеки». Об этом поведомили сегодня под час пресс-конференции. Сустречи с прессой организовали простый день после старта широкомасштабной кампании. С одного боку, каб расповести о проведенном, с иншего – проанонсовать наступные мероприемства. Подробности у Евгении Кухаронок. На территории краины акция «Один день безопеки» в таком формате проходит у третий раз. Ее эффективность беспрешна. Двойче на год, у лютом и вересне, все затекавленные службы, ведомства и громадские организации накировывают свои намагания на развитие культуры безопеки жизнедеятельности, попередить, научить и допомогчи, каб без ахвяр. Цель этой акции – привлечь внимание населения безопасности, профилактики преступлений, правонарушений и чрезвычайных ситуаций. Затронуты все слои населения, начиная от детсадовского возраста и заканчивая престарелыми гражданами. Мероприемство в рамках «Одного дня безопеки» проходит во установах адукации, охраны здоровья и на предприемствах региона. Особливая увага – место массового знаходжения громадян. Один из новых сёлетних проектов «Маршрут безопеки» стартовал на чугуночном вокзале Гомеля. По всех районах в области проедет символичный вымпел. У местах его припынков будут проводить профилактичные акции. Бодай самыми показальными по выявлению порушальников правила безопеки являются профилактичные рейды. Уделу таким на днях приняла и наша здымочная бригада. Супрацовники державной инспекции проверяли водителей на пильность и выполнение ПДД. Соступить дорогу спецтранспорту сдолили не все. 13 человек отримали попереджение от инспекторов. У другий раз покарание за порушение правил дорожного руху будет больше строгим. За непредоставление преимущества движения транспортным средством, включенными проблесковыми маячками, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 2 до 10 базовых величин, а также предусмотрено лишение до года водительского удостоверения или без него. Коли милиция, машина худкой допомоги або пожарная спешается на выклик, каждая секунда на улику. От того, насколько оперативная бригада прибудет на место, залежит здоровье и житё людей. Если вы все-таки видите, что едет пожарная машина с проблесковыми маячками, либо же машина скорой помощи, уступите дорогу, ведь она едет на помощь людям. Вы не знаете, возможно, завтра эта помощь понадобится вам. Рейдовые мероприемства протягнутся в разных районах в области. Тем часом завтра на базе Гомельского спорткомплекса «Локомотив» в рамках «Одного дня безопеки» отбудется областное межведомостное мероприемство. Гостей чекает выстава спецтехники оперативных служб, навучальные интерактивные пляцовки и концерт. А кроме того, на стадионе пройдет учебная эвакуация с отпрацовкой алгоритму деяния в выпадку пожару. Нагадаем, республиканская акция «Один день безопеки» проходит до 1 соковика. Евгения Кухаронок, Игорь Марищенко, телерадио, компания «Гомель».